В России отметили День строителя. В промышленном центре Хангаласского района, поселке Махсагалох, стало уже доброй традицией праздновать эту дату всем поселкам. Торжества по этому случаю посетила наш корреспондент Виолетта Засимова. День строителя и день рождения. Две даты в один день в этом году отмечает Матвей Исакович Машкович, ветеран объединения «Якутцемент», стоявший у истоков его создания. В 70-х годах он вместе с женой Клеопатрой Викторовной прибыл с Украины строить цементный завод в небольшом якутском поселке. Так и остались здесь жить и работать, и даже создали целую трудовую династию. И бабушка строитель, и дед строитель, и внук строитель. У нас династия сейчас династия на цементном заводе на нашем, на Махсагаловском. Якутцемент – единственное предприятие, входящее в группу компаний «Востокцемент», которое не только обеспечивает республику цементом и щебнем, но и занимается строительством жилищных и социальных объектов. К тому же Якутцемент несколько лет назад взял курс на расширение производства, и уже в следующем году будет запущена третья печь, позволяющая закрыть потребности республики в цементе и щебне на 100%. У нас есть два подразделения, которые занимаются именно строительством. Это отдел капитального строительства и дирекция строящегося предприятия, которая занимается непосредственно строительством третьей печки. На счету Якутцемента десятки школ, детских садов, фельдшерско-акушерских пунктов, построенных в разных улусах республики. Туб-санаторий на 200 мест в Якутске, центр охраны материнства и детства в городе Покровске и так далее. Вы сейчас заняты на каком-нибудь объекте? Да, мы сейчас Покровскую школу строим, Покровская школа номер 3. Помимо этого, вот непосредственно принимал участие, как вот для нашего поселка, это вот этот парк, на котором мы находимся. Скажи, знаешь, что сегодня за праздник? День строителя. Да? А ты сам хотел бы стать строителем? Да. А почему? Дома всякие строить полезные. Больницы, детские сады. Нигде в Хангаласском улусе не отмечают День строителя так, как в Махсагалохе. Размах событий сопоставим с такими праздниками, как День рождения поселка или 1 мая. Генеральным спонсором гуляний выступает Якутцемент. Празднество начинается с поздравительного слова управляющего директора Якутцемент Алиша Мамедова, затем награждение особо отличившихся за текущий год сотрудников, праздничный концерт, завершается мероприятие фейерверком. Виолетта Засимова, Федор Тарасов, НВК Саха, Хангаласский улус.